Иисус как бы намекает. Ты умел махать мечом. Ты умел там говорить, что ты все. Но вот тебе задача. Постарайся позаботить о самых-самых-самых немощных. Теперь вы понимаете, почему и Бог возлюбил этот мир. Чтобы не просто нас с вами спасти. Мы, как дети Божьи, приходим к своему Отцу и часто просим. И много просим. Ну вот как земные родители, чему мы прежде всего учим детей? Это мы с вами можем иметь какое-то отношение к людям. Это мы можем как-то их оценивать. Достойно, недостойно. Стоит ли руки пачкать о нем, стоит ли с ним что-то делать. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. А дальше что? И мы должны полагать души свои за братьев.